Сегодня 5 января 2022 года. Выпустил будапештских высоколетных. Это вот, кто уже сел. Вот он идет на посадку. Вот он. Идет на посадку. Стайка, вот она. Стайка прибавилась в количестве. Пока летают невысоко. Вверху видно туман, потому что у нас сегодня температура плюс 3-4 градуса. Вот такая зима. С утра снежок был, потом дождь пошел. Вот понизу, ну, уже меньше летает и понизу. Как-то так вот. Вот одиночки летают, кто в паре летает, кто одиночками. Вот полетели. Так, стайка у нас вот там. Вот она стайка. Стайка в туманчик. Заходит, выйдет. Вот такой полет сегодня. Но на данный момент дождя нет. Нормально все. Вот одиночки летают. Вот так они пикируют сверху. Этот на подзарядку сел.